Ну что, 12 ночи, 12:30 уже. У нас народ выезжает. Несветная заря. Да. Собираются, сумки таскают. Вот этот замечательный мальчик, сынок прям, который привел весь мой дом и участок в порядок. Он скромный. Он скромный. В следующий раз, говорит, приеду, спилю тебя все тут нафиг. Слушай, начинаешь побаиваться уже этих приездов. Лишь бы нас поспилили. Потому что потом он не ловит. Сели перед дорожкой. Да, есть интернет. А там не ловит. Так, ну-ка, ты мне так не нравишься. Он так встанет, чтобы свет падал. Да, вот. Вот Светланка у нас такая уезжает. Так, девушка в зеленой блузке. А я библиотеку сейчас. Ага, сейчас. Скажи, где день булочная? Далеко ли до Воронежа? Ну что, идем провожать. Вроде все смеемся, а грустно, блин. Ну, мне грустно. Мне грустно. Сейчас мы еще остаемся, когда мы их уезжать начнем, вот она ожидание будет точно. В следующий раз мы скомпируемся так, чтобы ты была здесь, моя любимая. Тоже Мариночка была здесь, чтобы все здесь были. Вот. Мы в темноте. Мы в темноте. Аккуратненько. Все, давайте, у меня такие всякие обереги, всякие поцелушки. Все, 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 давай. Я вас обожаю. Мы тебя тоже. Я не знаю, придет, 65 привезу, если что. Ой, а какое небо-то, вот не видно, наверное. А небо какое. Звезды смотрят. Мы на самом деле в темной комнате делаем вид, что у нас что-то тут происходит. Марин, да ну тебя. Мы просто в темноте на улице. Не, не, мы просто в домике сидим, вот тут думаем, чем нам снять. Любань, здесь круто, реально. Здесь очень правда? Круто, да. Мне очень понравилось. Я очень нравится, рада, ребят, прям. Да. Приезжайте. Марина, спасибо огромное. Приезжайте. Дай Бог тебе здоровья. Дай Бог тебе счастья, женщины. Спасибо тебе, добрые женщины. Я не могу. Спокойной ночи. Все, давайте. Люблю вас. Ой, ребят, езжайте аккуратненько, берегите себя, пожалуйста. Да, не торопитесь. Танюшке завтра привет. Танюшке завтра привет. 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 Привет, Танюшке. Завтра передадим. А у тебя есть телефон, можешь послать. Да, но если она не бросит пить, она превратится в Т-34. Ой. Т-34, безотказная машина. Давайте. 630 километров. Да, я знал. Сколько вы накатали? 630, 627. Где тут? Да. Нифига себе, Черноморск. Подумайте, мегаполис. А Люба вам снимает вот эту машину, потому что она оскорбилась, что я говорю, в темную комнату, чтобы доказать. Нет, вот на улице. Нет, это час не ночи. Час ночи. Час ночи, да. Провожаем ребят. Ой. Больше? А что там раздают? Ой, как вкусно. Я пойду, Егор. Спасибо, сынок. Вот этот мужчина молодой привел мои два дома в такой порядок, которого никогда не было. Это почетный член-корреспондент. Мы его очень уважаем. Почетный, нечетный. В общем, мы по 7 дням. Все, счастливо, Сашуль, давайте. Аккуратненько, ладно? Все, и давай, мы вас тоже, давайте. Обязательно, давайте. Ждем. С Богом. Да, с Богом, ребят, езжайте. В следующий раз будем оркестр. Шампанское, аборт машины, пока дверь разбита, можно щелкнуть. Вот такие, вот такие проводы сейчас ночью. Мы этим заправимся. Да, и вернемся. Давайте, счастливо! Пока, пока, с Богом. Счастливо. С Богом. Поехали. Вот так. А мы будем грустить. А мы будем грустить, да. На самом деле небо обалденное, а снять нельзя. Ребята, вот не видно. Это звезды сумасшедшие. Поверьте на слово, обалденно. Ну ладно, пошли домой. Сереженька, пойдем домой, зайка. Я тут стою. Остаешься за забор. Грустно. Вот
прям грустно. Такие ребята хорошие прям. Ой. Давай, иди. Можно я покупать что-то? Иди, конечно. Иди. Кто ж тебе не дает? Давай. 2 года назад это был абсолютно пустой пляж. Ну, теперь видите, что делается. Мутноватая вода сегодня. У нас вчера весь вечер гремело. Ну, так ни одной капельки и не выпало. А Надежда мне звонила сейчас из Судака. У них лило всю ночь. Видите как? Чего вроде того Крыма-то на карте? А все равно все по-разному. Первый раз меня вывезли за лето на открытое море. Прелесть какая. Вот ищу куриного бога, пока не попадается. Девчонки, кому выслать? У меня их столько. А! Чего? Сейчас приду. Вот, гляньте, здоровый какой. Его же можно прям как арт-объект повесить где-нибудь дома. Он с дыркой, видите? Татьяна ходит. Вон, видите, у нас навес. Так, Серега пошел в воду. Он так хотел на море приехать. Марина говорит, всю зиму мне, и всю весну, и все лето. Поехали к Любке в Крым. Не могу. Видите, какая. Какая тяга к морю. Ой, Господи. Ничего, все заживет. Все будет хорошо. Вот еще один. Такое солнышко я даже не вижу. Во. Вот еще один куриный бог. Господи, где ты? Вот он. Вон, видите, сколько народу? Никогда тут не было столько людей. Ну, конечно, а что, границы закрыты. Больше некуда. Интересно, я хотела-то набрать стеклышек
Что-то я их не вижу. Ну ладно, сейчас полазим, посмотрим. Весь коллектив. Вон Егорка в моей шляпе. Обгорел вчера весь. Ну, ему нельзя, ему можно купаться только в футболке с длинными рукавами. И чтобы шляпа была закрывана. Что? А я и для этого иду, чтобы выгнать его. Вот. И шляпа, чтобы закрывала и лицо, и спину. Ну, что сделаешь? Рыженькой. Рыженькой. Он сам выйдет. Молодец. Че выгонять-то? Сам выйдет. Увидит бабушку и выйдет. Ангел, а не ребенок. Все удивляются. Давай, давай, тенечек. Повесь вот так на солнышке и все. Он вчера обгорел весь, как не знамо кто. Ты получше футболку повесь на солнышко. А хотя ты все равно в ней купаться будешь. Но одевать ты ее мокрую, неприятно же будет. И неудобно вообще. Ладно. Спишь, бабушка? Сейчас я закопаю тебя. Что я могу сказать? Опасно вот так вот засыпать не пляжу. Любовь Николаевна задремала. Кажись на свою голову. Тут закапывает уже. Че, она говорит, мерзну, мерзну. Парень говорит, надо бабушку согреть. Панамку хоть и одеть, а я без панамки как. Нет шляп никакой, сейчас я панамку принесу. Сейчас принесу, я хоть голову накрою. Сходила, принесла панамку свою. А вот вы знаете, добрый внучек, бабушку сейчас прикопает слегка. Шляпу примастырили. Не знаю, как вот снимается, не снимается. Я ничего не понимаю в камере. Сейчас я, не знаю, пойду ребят спрошу. Мне хочется снять, она проснется и обалдеть, что-то происходит. Ну, что я вам скажу. Опасно засыпать с такими внуками. Не надо воспитывать детей. Постоянно она ему: не ходи, не бегай. Слушайся бабушку. Ну, мальчик вот решил, сейчас бабушку чуть-чуть. Одна голова останется, пока она спит. Говорящая голова, руки не будут короткие. И ничего она его делать не заставит. Егор, закапывай, закапывай, мы ее после отроем. Вот она хохотать будет. А мы так, что, болтаемся кто чем. В общем, все чем-то заняты. Ладно, сниму вам попозже, когда это мероприятие закончится. Вот вы знаете, народ с усердием уже работает. Егор сюда привлек другую общественность, еще наших соратников. Татьяна Александровна весело работает, видите? Очень, очень весело, с улыбочкой. Я пойду даже это поближе поснимаю. Я хотела поспать тоже, но что-то, вы знаете, спать я побаиваюсь. Потому что тут могут просто зарыть, и все, ты не заметишь, в чем дело. Да, вот вздремнул человек. Да, человек вздремнул, и вот тут, пожалуйста, что с ним случилось. Он еще не в курсе, человек, что с ним происходит. Хоть голову оставьте, говорящая голова. Саид, давно здесь сидим. Белое солнце в пустыне. Песочек, да, тепленький. Спи, Люба, спи. Вот так проснешься, очень удивишься, что они тут с тобой натворили. Ну, смотрите. Смотрите, помогает Таня. Пришел Сергей. Я говорю, не насыпайте песок в рот, но сейчас вы ее разбудите. А что надо сказать подписчикам, товарищи? Не оставляйте детей без присмотра, бабушки и родители. Будьте бдительны, будьте бдительны. Ну, благо, мы с Любанькой-то не 20 килограмм весим. Нам чуть-чуть шевельнулся и откопался, вообще не вопрос. Ну, похожу еще, посмотрю, приду еще, поснимаю, как у них тут работа спорится. Как-то все, копайте, копайте. Вот, смотрите.
Они работу закончили, да. Перьев тут на столе, она как птица недощипанная лежит здесь. Люб, ты что, проснулся, что ли? Люб, ты что тут делаешь? Тебе хорошо, Любань? Любань. Как вы, так вот, знаете, как скульптура, да, выходит из земли. Выползайте, Любовь Николаевна. Что это? Бабушка, что ты со мной делаешь? Сегодня Егора мы переносили ночью из-за гостей на другую кровать, а он кричал: бабушка, что ты со мной делаешь? А сейчас бабушка закричит: Егор, что ты со мной делаешь? Она как хочет, она вспомнила об этом. Вот так мы проводим свои выходные, не отпускай. Блин, весело и задорно. Да, весело и задорно. Люба, дай задорно с песнями. Ну что, спи, ну спи, так мы тебя после отроем. Ой, а перья откуда? Люба, иди сюда. Люба. Я такое видео загубил, посмотри, чего. А циферки сбоку. Ну, значит, боком будет повернуто. А потом переверни. Что там? Ой, смотри, у меня ноги свело. Свело? А я тебе скажу, от чего. Знаешь, почему? Вон, видите? Видите? Ныряет и рыбу. И рыбу ловит. Вот так. Прыг. Ой, я так спала хорошо. Проснулась от того, что у меня ноги свело. А я уже засыпанная вся. Шутники мои. Она, видите, какая. Нырк. Вот дельфинов нет, жалко. Опять нырк. Вот не знаю, видно вам, не видно. Он маленький такой на фоне воды-то. А прям нырь, нырь. Видно, вынырнет, вдохнет, опять нырь. А прям сначала рыбину съел, а сейчас видно не это. Но тут в этих камнях, вот у нас Саша в прошлом году ловил, Маринин сын, рыбу всякую тут в этих камушках, в водорослях. Тут такое вот место какое-то есть. Так везде вот чистое море, а тут вот, вот он там охотится. А мы на него охотимся. Нет, он, мы идем, он дальше-дальше отплывает. Ну, побаивается, наверное. Конечно. Ой, девчонки, а у меня Коба так и не появился. Я уже ночью плакала, звала его. Ходила, кричала на улице. Думаю, может, услышу. Придет. Чего-то нет. Тут коты пропадают. И я говорю, это Коба у нас... 5-й год. Дольше всех прожил. 4 года. Может, вернется. Ну, я надеюсь. Не знаю. Вот так она и ныряет. Главное, меня закопали. Деловые. А сами спать завалились. Видите как? Лежбище котиков. Пришлось отмываться, а я без купальника. Пришлось прям все целиком в шортах, во всем майке. Здорово. Слушай, не, птиц не улетает, так и плавает тут. Смотри, мы ушли, он, видишь, ближе к берегу. Он ест чего-то, поймал какую-то рыбу. Ах ты. Ах ты такой, а. Один. О,
крылья распустил. Вот, вот, вот. О, видали, как? Здоровая какая. О, полетела. Пообедал, называется, и полетел по своим делам. Вот так хорошо. Целое лето я ждала, что кто-нибудь ко мне приедет моих и отвезет меня вот в открытое море.